разведка в эфире, богиня победы, недремлющей родины радиоглас. 100 лет как создали ее наши деды, исполнив Макарова мудрый приказ. Куда нас порою судьба не носила, мы строго держались рабочей волны, и курсом победным корабль России идет в ураганах эфирной войны. А с нас эфира наша сила струится радиорекой. Достоинство и честь России хранить невидимой рукой. Прошли мы 20 века горнила, сквозь битвы союза и алчных держав, но чести отечества не уронили, на пульсе уверенно руку держа. Мы служим России, цель наша свята, летят самолеты, идут поезда, и счастливы дети мы, мира солдаты, для этого есть у нас круг и звезда. А с нас эфира наша сила струится радиорекой. Достоинство и честь России хранит невидимой рукой. Рассветка эфира — гарантия мира, ведь планы чужие открыты для нас. И если объявится где-то задира, то первым об этом узнает ОСНАС. С эфира наша сила струится радиорекой. Достоинство и честь России хранит невидимой рукой.